Расходы больше, чем доходы. На сегодняшнем совете народные депутаты решали, как увеличить доходную часть бюджета округа Муром на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Немаловажным стал вопрос о подготовке города к новому отопительному сезону. Подробности в сюжете. На заседании было предложено увеличить доходную часть бюджета на 11,4 миллиона рублей за счет выделения межбюджетных трансфертов из бюджета области. На сегодняшний день ряд субвенций уже поступило. На государственную регистрацию актов гражданского состояния дополнительно выделено 1,7 миллиона рублей. На предоставление жилья детям-сиротам плюсом 0,9 миллиона рублей. В этом году у нас обеспечено жильем 13 детей-сирот, и выделенные средства дополнительно позволят приобрести еще одну 14-ю квартиру. Кроме того, область выделила нам дополнительную дотацию в сумме 8,6 миллиона рублей, как муниципальному образованию, достигшему наилучших результатов по качеству организации и осуществления бюджетного процесса. Бюджет округа по-прежнему останется сбалансированным. Разрыва между доходами и расходами не будет. Доходная часть бюджета у нас составит 1 миллиард 824 миллиона 977 тысяч рублей. Расходы составят 1 миллиард 928 миллионов 436 тысяч рублей и будут превышать доходы на 103 миллиона рублей. Уровень дефицита составит 14,4%. Достаточно высокий уровень дефицита, но у нас есть реальный источник его погашения. Это остатки средств бюджета на счете на начало 2017 года. Скорректированные расходы на подготовку города и жилфонда к зиме. На эти цели планируется направить около 88 миллионов рублей. К работам коммунальщики уже приступили. Одно из первостепенных дел – санация городской канализационной системы. Порядка 3,7 километра будет просанирована труб канализации различных диаметров от 250 до 400, до 500 миллиметров. Улица Московская от перекрестка Куликова, с улицы Куликова до улицы Первомайской, улица Первомайская и улица Кленовая от улицы Лаврентьева до бульвара Тихомирова. Данные участки фактически являются, так скажем, магистральными, основными в микрорайонах города. Износ труб составляет 100%. Восстановление коллекторов с помощью уникальных гидродинамических установок проводится в нашем городе впервые. Это стало возможным благодаря региональной программе, в которую вошел Муром. На модернизацию направят более 138 миллионов рублей. По словам специалистов, санация значительно повысит надежность канализационных сетей и снизит вероятность коммунальных аварий. Елена Петрова, Николай Молодёнов, новости, Муром.